mother, there's a side to me you don't know. Different to the child with the smiley photos. Made some decisions, some wrong, some right. Now strangers for my number when I'm sleeping. Всем привет! С вами снова Сердилис, подкастовый выпуск моих новостей. Тавтология? Да, да, точно. Подкаст новый, очередной, новые новости о канале, о группе. Много чего нового набралось за последние несколько месяцев с моего последнего подкаста. И много чего я буду сейчас реализовать и улучшать контент свой и вообще все улучшать. Собственно, давайте обо всем по порядку. Поговорим сначала о том, что сейчас будет происходить с каналом в ближайшее время. Собственно, как вы знаете, сейчас на моем канале занимает в основном видео это либо Бомбит, то есть блог, можно так сказать, и монтажики. Ну, с небольшими монтажики. Собственно, что будет в будущем? Еще на моем канале добавится еще одна офигенная вещь, но она, правда, не одна, будет там еще несколько новых рубрик появится, но пофиг. Начало первое. Первая рубрика, которая точно будет, во-первых, это будет прохождение игр, но я решил то, что обычные прохождения, они, конечно же, никому уже нафиг не сдались, и, собственно, проходить-то я в основном будут не современные игры-то, ведь в современных играх, так или иначе, я снимать-то особо не могу со своим уже довольно-таки устаревшим ПК. Но, собственно, не об этом сейчас, а о том, что я буду снимать не просто прохождение, а прохождение на максимальном уровне сложности. И, если честно, мне кажется, что это будет реально интересно и довольно увлекательно посмотреть. Даже мне будет довольно увлекательно посмотреть. Вместе с этим, вот с этой рубрикой, в скором времени я начну еще одну рубрику. Это уже в Террарии. То, что помните, я когда только сделал обзор на новую версию, я сказал то, что, наверное, я буду снимать Террарию теперь. Ну и правда, я и правда буду снимать, но только вот прошла загвоздка, и я не мог понять, как же лучше снимать. Просто как летсплей или как монтаж. И вот я решил, это будет как такой летсплей-монтаж. То есть вот так вот, да. То есть, значит, это будет как монтаж, то есть я буду играть, записывать это все геймплей, монтировать, но при этом на высокой сложности также, на самой максимальной. То есть, если я умру, я, собственно, все теряю этот мир, теряю персонажа просто, мир-то я не теряю, это же не Майнкрафт. И, собственно, мне придется начинать заново. И в комментариях вы можете написать, а также примерно, наверное, через сколько видео умрет мой персонаж. И, собственно, если вы угадаете, то, не знаю, может, что-нибудь хорошее произойдет в вашей жизни. И, собственно, также и во многих других играх. То есть я буду много игр каких проходить на максимальном уровне сложности. И я надеюсь, что у меня это получится хорошо. И сейчас я уже начал проходить одну игру на легендарном уровне сложности. Это игра под названием Skyrim. Причем Skyrim с одним модом, который очень сильно усложняет жизнь. И одновременно как бы облегчает, но и усложняет. Мод называется «Огонь и лед», и если вы знакомы с этим модом, то вы, наверное, уже понимаете, что это за мод такой, и что он несет с собой. Ну, собственно, об этом я вам сказал. Скоро будут проходить на максимальном уровне сложности, и они будут выходить примерно эдак, не знаю, по видео 2-3 в месяц, так как не особо я хочу пока что базироваться на этой рубрике, ну, на этой тематике, так скажем, даже. Потому что в основном все-таки это моя тематика моего канала, это The Binding of Isaac и монтажики по нему. И, собственно, особо прохождение часто не надо ждать, просто это будет так выходить посредственно. И все, и будут просто выходить. И ничего, собственно, от них особо большого не надо ждать. Так, ладно, теперь вторая новость о том, что будет в скором времени на моем канале, это... будет такая, знаете, как альтернатива рецензии и просто, знаете, как скажет так, моя тематика бомбит, то есть анти-бомбит, то есть это будет наоборот. Я буду высказывать высокое такое, вообще высокое, самое большое такое, как это так сказать-то выразиться, наслаждение чем-то. Вот так, наверное, подходящее слово. Самое большое наслаждение чем-то, то есть что мне нравится и чем оно нравится. И в скором времени я уже выложу новое видео, но
Да, конечно же, если вы смотрите мои подкасты, вы знаете, что такое в скором времени у меня. Это в скором времени у меня, это значит в ближайшие пару месяцев, а может и не факт. То есть, вот так вот. Постараюсь все-таки выложить это видео. Если и не выложу, то заново запишу и выложу уже. Но не факт, как я уже сказал. Также в скором времени я добавлю еще одну рубрику на свой канал. Она будет такая секретная, поэтому я пока не буду вам рассказывать. И в тот момент, когда я уже буду близок к ее реализации, я уже вам скажу, что это такая тематика. Я, наверное, отдельное видео сделаю, объясню, что к чему. А пока что держите ухо востро и следите за новостями моего канала и то, что я пишу в группе. Там я тоже пишу новости в своем канале, иногда тоже там письменный подкаст, так скажем. И на этом-то, собственно, новости моего канала заканчиваются. Ну, кроме мелких изменений, которые я в будущем буду проводить для улучшения канала своего. Но особо-то они не затронут мой канал. Я лишь изменю фон, аватарку и пару других вещей, дабы мой канал привлекал больше зрителей и, собственно, больше кому нравился. Также в будущем я, кстати, еще поменяю название канала, чуть-чуть по-другому сделаю. Пока что я в раздумьях, какое бы имя сделать, но связано именно с Лисом Делисом, Лис Делис. То есть я не знаю пока. Если у вас есть идеи, можете мне написать в личку. А как вы напишите в личку? Я сейчас скрылся. А, в комментариях можете их видео написать и, собственно, либо в комментариях видео уже в ВК, либо на Ютубе, без разницы. Напишите тот ник, который вы, может, желаете увидеть на моем канале, и если он мне понравится, я его, собственно, возьму себе и буду очень рад им пользоваться и упомяну вас в будущих видео. И, собственно, на этом-то, собственно, как я уже сказал, собственно, уже третий раз все говорю, собственно. Собственно, вообще уже упоролся, ладно. Видео не о слове, собственно, видео о новостях. И сейчас новости о группе. Небольшие новости, что происходит сейчас в группе и будет происходить. Если вы подписаны на мою группу, вы, конечно же, знаете, то сейчас там проходит конкурс, в котором, кстати, убрал кто-то репост, и поэтому сейчас опять возобновился набор репостов до 20, сейчас их 19. И если вы репостите этот конкурс, то, собственно, останется только ждать 7 дней, и через 7 дней будет розыгрыш, если вы репостите этот конкурс. Наверное, на момент, когда вы смотрите, возможно, что уже кто-то сделал 20 репост, и, собственно, конкурс уже подходит к концу, но репости все равно, может, и выиграешь, потому что 3-4 репоста из всех, они как бы, во-первых, мои, мой репост и две группы от, ну, и два репоста от групп моих друзей. И как бы они как бы идут в счет, как участников, но как участники они не будут считаться во время розыгрыша. То есть получается, если, например, наберется 20 репостов, то участников как бы будет 17. Но все равно как бы отсчет будет идти именно с 20. Именно такая вот у меня логика, но все равно, мне кажется, так даже лучше. Ибо назначать 17 репостов, говорить типа вот так вот, давайте, это будет как-то некрасивое число. 20, вот 20 круглое число и нормально. И, собственно, довольно-таки близко к получению. Один репост реально надо. Ну, собственно, что еще... Опять это слово, боже, надо от него избавляться. И что произойдет в ближайшее время в группе? Сейчас, кстати, в группе я очень часто кидаю всякие моменты, комментарии и, собственно... И какие-то цитаты из аниме, которые я сейчас смотрю. И, честно, я... Реально как-то очень часто начал сейчас смотреть аниме, я смотрю одно аниме, оно не закончено, я сижу, жду его, не могу дождаться, смотрю, начинаю смотреть другое аниме, не могу, там оно тоже, там, 10 из 20 серий, такой, не могу, все, еще третье аниме начинаю смотреть, оно тоже не закончено, и приходится пока что так вот пока сидеть и в каком-то маленьком стрессе смотреть это аниме, все эти аниме, которые я сейчас смотрю, но... Как только они выходят, я их смотрю, и в одном из них, который я часто очень постил, это... Как его называется-то? В поисках божественного вкуса. Ой, рецепта. В поисках божественного рецепта. По этому аниме я сделал около 10, наверное, постов, может даже больше, за примерно 2-3 дня. Я посмотрел около 19 серий. 20-я недавно вышла, и... А нет, 20-я еще не выходила. 20-я вышла, но она вышла, когда я ее еще давно посмотрел. А я сейчас жду 21-ю и дальше, да, я перепутал.
И вот два поста недавно сделал по повседневной жизни с девушками-монстрами. Тоже очень интересное аниме, и я сейчас советую оба этих аниме посмотреть когда-нибудь, но если уж вы прям вот как-то скептически относитесь к юмору, к жанру этчи, и вот в теории, ой, в теории, как, почему я хотел назвать теории божественного вкуса, я не знаю, и вот, например, вот в аниме «В поисках божественного вкуса» там юмор немного специфический, скажем так. И он больше адресован на визуальный юмор, нежели как вот слуховой. То есть в том же, например, в повседневной жизни с девушками-монстрами, там, чтобы понять шутку, надо ее и видеть, и слышать, и прочесть вообще еще. Вообще все сделать, чтобы понять эту шутку. И шутки, вот, например, в этой повседневной жизни девушки-монстры, они как бы тоже на высоте. А вот именно в поисках божественного рецепта, она как бы вот сюжет такой довольно-таки интересный, и мне он очень нравится. Ну и, конечно же, эти моменты. Эчи же, собственно. Ну да ладно, не об этом вообще сегодняшнее видео. Это же подкаст. А, собственно, в будущем, возможно, будут и по другим аниме такие же цитатки, комментарии и прочее. Потому что я могу. Также в будущем, возможно, такое будет и по новым сериям MLP, и по будущим Equestria Girls, которые будут уже голодные игры, там, короче, какие-то, я не помню, как она называется. А, Friendship Games, вспомнил неожиданно с Friendship Games, и, собственно, буду комментировать по ходу просмотра нового Friendship Games, я не знаю, когда оно выходит, я не помню числа, если честно, какого-то там ноября, что ли, или сентября. Собственно, буду смотреть Friendship Games и в эти же моменты буду делать скриншот и комментировать. То есть, все для вас, чтобы разнообразить посты в своей группе. Также в скором времени также вернутся опять посты новостные, но они, правда, никуда не пропадали, но просто их будет, возможно, даже почаще выходить. Но, как вы знаете, я ленив, и для меня это дастся не особо легко. Дальше еще новость по сравнению на уровне с постами, то, что... как это? Я слово забыл. Неожиданно. Или не забыл. Может, я вас обманываю, а вы не понимаете этого. А может быть, и не обманываю. На самом деле, я и правда туплю. Ну, короче, давайте оставим на потом. Да, я чувствую себя как-то странно, когда я без текста. Но я всегда без текста, и поэтому... Да, даже чувствую плохо то, что без текста работаю, но... Ненавижу текст писать. Боже, как это сегодня круто. А, так вот. Что еще будет в скором времени, так это обновление контента, добавление нового контента в группу, то есть это музыка, фотографии, видеозаписи, то есть будет добавление новых всяких ништячков в группу, которые можно посмотреть, добавить себе, там на аватарку поставить, можно добавить себе в плейлист на iPhone, куда-нибудь там на телефон закинуть, если вдруг вам понравится. За этим, кстати, занимается Богданчик, спасибо ему. Будет он, наверное, заниматься этим раз в месяц приблизительно. И, собственно, кидать побольше, так, чтобы усладить ваш пыл, возможный. И вам, чтобы вам понравилось. Так. Возможно, кстати, то, что предыдущий хотел сказать, но я втупил. Возможно, я это просто сказал, но я из-за этого забыл. Наверное, я хотел сказать про новости. После того, как я сказал про новости, я хотел сказать про новости еще раз, но при этом втупил и как бы забыл об этом. Наверное, вот это почему я сейчас забыл то, что я хотел сказать. Наверное, скорее всего, да, это из-за этого именно. Ну так вот. Я, наверное, уже больше ничего не могу сказать, кроме моих секретных разработок, которых никто пока не знает. Так что пока что, ребят, на этом все. Подкаст закончен. Если вдруг какие-то новые новости появятся, добавятся новые идеи в мою сумасшедшую голову, я, собственно, отпишусь в группе, так как новый видеоподкаст записывать как-то уже не очень. Ну, можно, конечно, но не очень. Лучше делать такие подкасты только тогда, когда наберется побольше новостей, таких вот идей, и бац, и в одно все видео, и чтобы у зрителей так бам, мозг так разлетелся на осколки от того, сколько идей, все это в голове не помещается, и у меня мозг самого взрывается, потому что... Я сейчас не понимаю, потому что я несу сейчас какую-то, наверное, полную фигню, может быть, но таков я, и зачастую
только это можно услышать от меня. То есть полный какой-то ересь. Но я все стараюсь сделать смешной. Так, ладно. На этом подкаст закончился, ребят. Новостей пока что новых у меня нет, связанных с каналом или группой. Кстати, да, я все хотел сказать насчет того, почему я вот скрылся, собственно. Теперь вы не можете меня найти в ссылках в группе, и также я убрал ссылку на себя с своего канала на YouTube. Возможно, сейчас кто-то может спросить, что почему я так делал, ну, наверное, тут никто не спросит, кому я нужен. Ну ладно. Я это сделал потому, что некоторые начинают мне от этого спамить. Да, вот некоторые начинают от этого спамить, находят и начинают спамить, просто от спамеров. Также я такое сделал, чтобы, собственно, как-то быть таинственным, что ли, то есть добавить какого-то антуража для своего канала. Наверное, такое надо было сделать давным-давно, и я как бы не подумал. И, собственно, так вот сделал. Да, блин, опять это слово сказал, но почему так блин, работает? Ну так вот. Пока что новых новостей нету, кроме моей... Сейчас, я, кстати, у меня еще одна идея в голову... Ну, не сейчас она пришла давно уже. Я ее обрабатываю и ставлю все плюсы и минусы моей идеи. И если вдруг она сработает, то я уже решу, исполнять эту идею или нет. На самом деле она не особо хорошая. Ну, как бы она хорошая, наверное, не очень. Но она более такая жестокая, что ли, эта идея. Поэтому пока что я не знаю, реализовать ее или нет, но вы узнаете в будущем. На этом, ребят, все. С вами был я, Свердылис. Подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь в мою группу, участвуйте в конкурсе. Всем удачи, всем пока!